Дедушка с внучкой прогуливаются по центральной площади Одинцова. Сегодня для них особенный день. Алина получает свой первый паспорт. Кажется, недавно обладателем главного документа стал и сам Семен Петрович. Хотя для этого пришлось приложить немалые усилия. Жил в белорусской деревне. Тогда, в 60-х годах, молодежь неохотно отпускали из сельской местности. После окончания школы я подал заявление в Московский институт геодезии и картографии. Вот. Оттуда прошел вызов мне сдавать экзамен. Ну вот, уже власти деваться некуда. Москву без паспорта не принимали. Мне выдали паспорт, вот так я его и получил. Стандартные бумажные процедуры, звонок из МФЦ. И вот Алина Мирасилова получает паспорт гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке из рук главы округа. Россия – это не просто страна, это целая цивилизация. И, конечно, родиться и жить в России – это большая привилегия. Поэтому вы не упустите свой шанс, вы должны этим воспользоваться. Юные граждане о всех возможностях знают. Например, Алина – участница движения «Первых». Проводит в школе экологические акции. И будущее свое планирует связать с защитой окружающей среды. Уже знает, что будет делать в первую очередь. Во-первых, очистить природу от мусора, чтобы в приютах было меньше животных, чтобы все были дома, находились с хозяевами, чтобы бездомных животных было меньше. Петр Капустин свободное время проводит за компьютером, читает книги и встречается с друзьями. Но о будущем тоже уже задумался серьезно. Я мечтаю работать хирургом в области нейрохирургии, это если что, на мозг. По поводу изобретений, меня все устраивает, в принципе, что сейчас происходит. Вручение паспортов прошло символично в День России. Юные граждане не только знают про возможности, которые у них есть, но и гордятся тем, что родились в большой стране с богатой историей и культурой. Наша страна стремительно развивается. Я очень горжусь своей страной. Нашим текущим президентом, потому что все президенты до него – именно президенты, они отдавали все. А вот Владимир Владимирович начал потихонечку все возвращать обратно. Не устану повторять его коронную фразу, которую уже на мемы разобрали. Хрена с два. Мне очень сильно нравится наша природа в этой стране. Здесь огромные поля, огромные леса. Мне очень нравятся прогулки по лесу с семьей. Первые паспорта в День России Андрей Иванов вручил 10 юным жителям Одинцовского округа. В качестве подарка преподнес книгу «Карамзина. История государства российского», чтобы подрастающее поколение еще лучше знало о прошлом своей страны. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».